Пасха – самый главный праздник православного календаря, олицетворяющий победу жизни над смертью. В этот день отмечается воскрешение Иисуса Христа. После посещения храма дома устраивается торжественное семейное застолье. В старину наши предки также развлекались разными играми. Многие из них были связаны с крашенными яйцами. Также были популярны уличные гуляния, катания на качелях. Кроме того, делали специальных кукол для подарка близким, пасхальных. Таких кукол делали к вербному воскресенью и ставили на окно в знак ожидания светлого воскресенья. Позже перемещали к пасхальным дарам на столе. В Губкинском музее освоения Севера хранится кукла Пасха, выполненная мастером декоративно-прикладного искусства Лукьяновой Людмилой Петровной. Тряпичная кукла представляет собой православную женщину, идущую в церковь с узелком в руках освящать пасхальные дары – куличи и яйца. На кукле нарядная одежда, кружевной фартук, красная юбка. На голове повязан платок. По-рабочему, сзади. Такие куклы бытовали в Тульской области. Лицо и руки куклы, а также грудь, выполнены из красной материи, что является характерной приметой куклы Пасхи. Пасхальная кукла была особо дорогим подарком в светлый праздник. Считалась мощным оберегом, приносящим здоровье, радость и благоденствие в дом. Хранилась она на почетном, видном, но недоступном для чужого человека месте.